надеюсь, все понимают, зачем мы здесь собрались. Кто-то подстроил взрыв, унесший жизни всех лордов. И теперь на свалке идет междоусобная резня. Господа, у нас есть два варианта. Мы можем и дальше продолжать убивать друг друга. Или мы наконец-то объединимся. Опять эти разговоры об объединении. Гибель лордов еще не означает. Не означает, что каждый у себя в клане не сможет навести порядок. Элементарный. Порядок? Порядок? Клан Железного Лорда был одним из самых сильных на свалке. А теперь люди бегут оттуда, благодаря твоим порядкам. Пожалуйста, успокойтесь, успокойтесь. Не секрет, что лорды поддерживали связь с Большой Землей. И они хотели лишь одного — снятия карантина. А теперь дай военным только повод, они здесь камня на камне не оставят. Вот именно! Поэтому мы должны объединиться и доказать, что вирус B13 — выдумка! Все в нашем мире — выдумка, брат мой. Мы выдумываем несчастья только для того, чтобы они были контрастом к нашим удовольствиям. Но, тем не менее, я поддерживаю идею объединения и считаю, что кланам нужен сильный предводитель, который даст людям веру. Я знаю, почему ты так считаешь, Марк. Ты бы и сам не против занять это место. Во всяком случае, мои люди верят в меня. Конечно, вера очень поможет в этом мире. Но нам нужен человек, который смог бы вести переговоры с Большой Землей. Очень интересно. И кто же этот человек? Родан. Последний лорд внутреннего круга. Этого не может быть. Лорды погибли все. В таком взрыве невозможно уцелеть. Как видишь, смерть меня боится, Марк. Времена, когда лорды правили Большой Землей, давно прошли. Столько лет они дурили нам головы, используя своих меркантильных интересов. А они это прошлое. Прошлое, которое надо забыть. Послушай, толстяк. У тебя слишком короткая память и длинный язык. Эти две причины всегда мешали тебе жить. Будьте же благоразумны. Родан, пожалуйста, спрячь клинок. Ты же знаешь наши правила. Никакого оружия на сходке. Браво, браво, браво. Это уже входит в привычку. Я не хочу пока никого обвинять. Но все же странно, что ты остался в живых, Родан. И поэтому в голове у меня вертится один вопрос. Не ты ли организовал этот взрыв? Ну, конечно! Как же иначе? Да бред все это! Я лично вытащил его полуживого из-под обломков. Возможно, возможно, дырявые. Но во всем этом следует еще разобраться. Вот это танцы. Ты любишь, когда смерть рядом, Родан? Нет. Напрасно. Она очень непредсказуемая женщина. Она умеет играть. Наверное, именно поэтому ты и остался в живых. Что ты помнишь, Родан? Это ты был в здании во время взрыва? Да, конечно. Конечно, я был в здании во время взрыва. Только я не могу понять, как тебе удалось выбраться живым. Там взрывчатки хватило бы на сотню таких, как ты. Хорошо, последний лорд. Я надеюсь, ты действительно последний. Человеком назвать. Все подчиняются закону.
законом. Родан, иди к слепым. Они знают ответы. Найди их, и ты найдешь истоки своей судьбы. Thank you.
Mm. Mm.
Родан! Бог ты мой! Ты испортил всю систему безопасности! У меня теперь идет целая неделя на восстановление, Родан! Полегче, старик! Ах, Родан, Родан! Какой ты получился складный! Мы знакомы? Имеет ли это значение? Моя жизнь уже давно спряталась в этих стенах. Я стал узником этого подземелья. Все здесь привыкло ко мне. Даже твари. Твари, кажется, смирились с моим присутствием. А ты? Ты заключенный собственного прошлого, из которого выбраться не так-то просто. Больше пригодились бы знания о том, как выбраться отсюда. $10, Родан. Да шучу я. Шучу. 5 лет я искал выход из этих лабораторий. А когда нашел, то понял, что идти мне некуда. Хотя, если ты здесь, Родан, возможно, скоро в лабораториях появятся люди. Но знаешь, я предпочел бы тварей тем людям, которые здесь появятся. Здесь, в этом комплексе, погибли все мои друзья. Вся моя жизнь. 5 лет я сам. А это все из-за тебя, Родан. Ты был причиной этого убийства. Ты с ума сошел, старик? Возможно. Но я знаю, что ты не знаешь, что все, что ты знаешь, стало знанием с помощью фантазии других людей. О! У меня есть кое-что для тебя, Родан. Все здесь принадлежит одному человеку. Его фамилия Зиновский. И эти лаборатории, и ты, и ключи. Как бы мы ни называли свалку, это всего-навсего тюрьма. И все авторитеты здесь пляшут под дудочку власти. А власть здесь Зиновский. Вот теперь все, как и должно быть. Возьми еще и это.
Что это? Это один из ключей, Роден. Это то, что является твоим непридуманным прошлым. Что ты знаешь о моем прошлом? Проснулся страж! Как же это так? Он не просыпался уже несколько лет. Я знаю безопасное место. Надо уходить отсюда. Он чувствует наш запах сквозь стены.